Всем большой привет и добро пожаловать в мое новое видео. Сегодня я вам покажу кое-какие обновки, которые я приобрела для дома. Я заезжала в магазин Депо, там кое-что подкупила, раз там у них 30% скидка актуальна сейчас. Кое-какие вещи с собой прихватила, но там немного. Зато я и в других местах кое-что приобрела нового, и это я вам тоже хочу показать. Вот, но сначала я вам ставлю сейчас кадры из магазина Депо, чтобы вы могли тоже посмотреть на актуальный товар у них сейчас. И это 30% скидка, также, конечно, онлайн. Так что, если у вас нету рядом магазина Депо, можете онлайн посмотреть. Это не реклама, конечно же. Я вам хочу просто посоветовать. Так как Депо не очень такой бюджетный магазин, я, конечно, с удовольствием поделюсь с вами, что у них сейчас актуальная акция. Так что, кому-то интересно, можете или заехать, или посмотреть онлайн. А потом сразу покажу вам свои покупки. Something's in the air. I can feel it everywhere. Every color seems to bloom, and there's light in every room. Now they're looking up. I can see it in your eyes that lately it's been tough, but now the sun is rising. And we're new people. Let's be new people. There's summer. Don't let me down, down, down. Don't let me down, down, down. I wanna be up, 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 so high. 'Cause I've been down, down, down. I've been down, so down, and I'm done. I'm aiming for the sky. Don't let me down. Что я приобрела в магазине Депо, это всего две вещи, потому что вообще-то я ездила, если вы смотрели прошлое видео, и за Золя Брунен для террасы, ну и обязательно взяла себе вот такие ложечки для салата. Я уже давно хотела такие деревянные, очень они такие красивые, и подойдут. У меня есть бамбуковая, по-моему, это бамбуковая, такая тоже типа салатницы, и я думаю, это очень классно будет сочетаться. Ну и, конечно же, тоже с белой салатницей тоже очень красиво будет. Стоили они, сейчас я вам скажу, 9,99, но 30% скидка. Ну, здесь и скидка на всю сумму. Я вам точно не могу сказать, сколько на них скидка была. Скидка здесь и на всю сумму идет.
Также я приобрела себе вот такую корзиночку за 7,99. Планирую сюда складывать, наверное, картошку, лук, может быть, или какие-нибудь другие овощи, чтобы когда готовлю себе сюда все как бы приготовить и поставить на рабочую поверхность. Или можно также для хлеба, или просто тоже для фруктов на стол поставить. Очень классная корзиночка, красивая, мне понравилась. Тоже из-за того, что она здесь вперед так как бы ниже сделана, да, что можно сразу как бы видеть, что здесь внутри. Вот из-за этого она мне понравилась. Были и простые, которые вот такие круглые, но мне это почему-то лучше понравилось. Из-за того, что у нее здесь перец такой сниженный немножко, снизенный. Вот так, наверное, будет правильно. Больше я в депо, собственно, ничего не взяла. Я еще думаю, так как эта скидка идет до конца июля, у меня еще есть время, я себе все на камеру сняла, и теперь могу дома планировать и смотреть, куда бы мне что хорошо подошло. Вот. Еще хочу с вами поделиться. Я купила в Кауфланде, когда закупалась, вот такие палочки. Здесь палочки уже нету, я ее вам потом покажу еще поближе, но вот это такая палочка, вы ее втыкаете в землю, в цветок, и она вам показывает, если она синяя, то хватает воды, а если она красная, то ее желательно уже опять полить цветок. Взяла я таких три штучки, €79 они стоили каждая. Хочу попробовать, особенно для таких капризных цветов. Вот это дерево за мной. У меня уже были два таких, их я, к сожалению, они у меня не выжили. И поэтому решила туда такую палочку поставить. Потом я себе купила эвкалиптус, и он тоже у меня почему-то начал подсыхать. Хочу туда поставить. И вот в розочку на столе я тоже воткнула, потому что роза у меня уже такая была дома. Но она у меня как-то тоже не выжила, и я хочу посмотреть, если, может быть, с этой палочкой, которая мне будет говорить, когда лучше поливать, лучше продержится или выживет хотя бы. Вот. Так что посмотрим, что это будет. Бюджетные были, и я решила поэтому попробовать. Что же я купила в Кауфланде еще? Я купила вот такие полотенца. Они как раз подходят мне по цвету и по стилю, я считаю, ко мне на кухне. На кухню, поэтому я их купила. Здесь сколько их? 5 штучек. Красивая расцветка такая, потому что у меня те, которые уже есть, они все уже так, в такие пятна, что уже не отстирываются. Вот, взяла вот эти, мне очень понравилась эта расцветка. Затем, в Кауфланде сейчас акции, так что если у вас Кауфланд рядом и вы собираете эти пункты, обязательно обратите внимание на эту посуду. Я себе ее купила. Мне нужно сейчас только будет... Цены я вам внизу вставлю, да? Буду вставлять. Это от фирмы Nachtmann. Оригинальная цена, если я не ошибаюсь, 50 евро примерно. Это вообще-то стаканчики для джин, но я думаю и для вина, и для любых других напитков они очень хорошо подойдут. Мне нравится вот это стекло здесь, как оно сделано, необычно немножко. И все-таки с одной стороны красиво, элегантно, но и не сильно бросается в глаза, поэтому я их себе взяла. Очень красивые, мне понравились. Фирма Nachtmann, это баварский кристалл, и их можно ставить в посудомоечную машину, тоже, что очень или немаловажно, да, вот, вот так они выглядят, можете в интернете посмотреть, но обязательно рекомендую, если у вас Kaufland рядом, загляните туда, и там их возьмите, очень классная цена. И также с этой серии я себе еще купила вот такие long drink глазе стаканчики. Я их тоже планирую просто как для воды. Хороший размер. Есть еще чуть поменьше, как типа для виски, да. Но я считаю вот этот размер мне очень понравился.
Сейчас я вам скажу. 510 миллилитров туда входит. И они тоже как бы простые, но все-таки со стилем. Также я в Кауфланде еще прихватила такой набор тарелочек. Тоже был по акции фирма Мейзе за 8,99. Я их взяла. Внутри они черные, а снаружи вот такой тауповый бежевый оттенок. Мне они по цветовой гамме очень понравились. И тоже так же, если я вот делаю себе салат или йогурт с разными ягодами, или обстсалат, да, я думаю, вот на фоне вот этого черного это будет еще аппетитнее выглядеть, конечно же. Вот. И размер хороший. Так что взяла две вот таких чашечки. Также в Кауфланде еще прихватила себе просто вот такие за 1 евро, по-моему, что ли, перчатки для огорода. Сейчас как раз актуально. И да. Потом заказывала я себе на Амазон кое-что. Даже уже не помню. Это тряпочки-насадки для моего Swiffer Veggie. Я себе его недавно покупала. В прошлом году я себе его уже покупала. И почему-то я нигде не могу найти для него вот эти тряпочки, которые вы выкидываете, да, вот эти, типа одноразовые. И поэтому я решила заказать на Amazon такие многоразовые тряпочки. Как же оно здесь закрыто только. Вот. Здесь я тоже... Сколько их здесь? 6 штучек. Выбрала себе вот такой цвет. И я думаю, теперь с ними намного удобнее будет, чем покупать одноразовые. И умвельшонендэ, да, будет просто их стирать. Вот, взяла их. И что я еще? Последнее, что я себе заказывала. Это, конечно, больше уже относится или к красоте, или... больше так для... Я себе заказала, как они называются, шрепфен. Помните раньше банки, да, такие стеклянные ставили, когда вы болели? Вот, а это такие силиконовые, разных размеров. Вот такие разные. Они вообще-то для лица. Здесь еще тоже, вот смотрите, чтобы очистить лицо было вместе, в комплекте. И здесь вот такая маленькая еще есть, или две таких. Они вообще-то для лица, как там стояло, идут. Не знаю, буду я это на лице пробовать или нет, если у кого-то уже у вас есть опыт с такими. Я не знаю, я их вообще-то заказала для другой цели. Я себе заказала книжку специальную, Cupping. Где в первую очередь, чтобы расслаблять мышцы, вот для таких целей, да, если у вас где-то какие-то боли. И у меня вот большие вот такие уже есть, стандартный размер у меня есть 2 штучки. А эти маленькие я заказала, чтобы вот как где-то вот возле коленки, да, еще немножко как бы точнее, да, вот чтобы такой маленькой, например, да, немножко точнее какую-нибудь точку попасть. Вот, поэтому и себе взяла.
тоже особенно вот сейчас для моих мальчишек, которые играют в футбол, для них это хочу попробовать. Так что буду читать эту книжку и учиться. Но и вот это вообще-то комплект как бы для лица идет. Здесь можете, чтобы для райнинга, для чистки лица, такой силиконовый, такая силиконовая щеточка с присоской, можете ее куда-нибудь приделать, и она у вас там будет держаться. И вот 4 таких в 2 разных размерах. Теперь я их не вытащу. Вот, собственно, и все эти мои покупки для дома были или для красоты. Надеюсь, вам такое маленькое видео с обзором понравилось. Небольшая такая распаковка и обзор. Спасибо, что вы досмотрели до конца, остались, уделили свое внимание. И я надеюсь, мы увидимся в следующем видео. Всем пока!